Раки, приветствую, мои дорогие. Давайте вместе с вами посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. И первая ваша карта, мои дорогие, пятерка кубков. Пятерка кубков может показать то, что в начале месяца, ноябре, может быть у вас какие-то, знаете, вот состояние, то, что именно по родовой линии, или то, что или с семьей, или то, что у вас могут быть какие-то конфликты, где вам будет это тяжело решать. Вот следующая карта мы посмотрим, и это точно мы скажем, что у нас это... И туз пентакли. Здесь может быть то, что вам потребуется какие-то финансы вкладываться, именно или отдать кому-то из вашей семьи. Но вам для этого будет тяжело отдавать. Вам будет это трудно, эти именно финансы вот отдавать. Следующая карта, мои дорогие, на начало месяца октября, мои дорогие раки, это умеренность. Но все зависит от вас. Знаете, здесь вот отдать эти финансы или не отдать, это все только от вас зависит. Потому что никто, кроме вас, не может это решить. Только вам нужно, знаете, то, чтобы вы не получили вот именно это состояние, то, что вам тяжело, вот, вам нужно это обдумать, вам нужно эти решения правильно принять. Вот если даже вы хотите вкладываться именно то, что вы хотите вот именно в семью что-то вкладываться, сначала обдумывайте это. Потому что здесь может говориться вот в начале месяца то, что вам будет это какое-то, знаете, вот, ну, именно состояние вот такое тяжелое. Следующая карта, мои дорогие раки, для вас на середине месяца. Туз жезла. Туз жезла и показывает. Берите жезл в ваших руках. Знаете, благодаря вашей вот именно вот это стремление, благодаря то, что вы не останавливаетесь, то, что вы двигаетесь вперед, то, что вы понимаете, что вы должны это делать, даже если это, знаете, ситуация вам тяжело решать, вы идете вперед, вы не останавливаетесь. Следующая карта, мои дорогие, для вас на середине месяца, это тройка жезлов. Тройка жезлов, вот и говорится на середине, то, что вы уже сделаете этот выбор. И вы уже, даже если не захотите его, вам придется его сделать, потому что здесь идет и вам дается новые какие-то испытания, вот, чтобы вы сами брали вот эту ответственность, чтобы вы понимали, что вам уже сами вы должны чего-то решать. Вы как бы никто за вас не может решать, если вы что-то не хотите делать. Если даже поменять чего-то в вашей жизни, это только тоже от вас зависит. Следующая карта, моя дорогие, на середине месяца, это королева мечей. А королева мечей может быть то, что касается, здесь может быть, если для мужчины, может быть то, что вы захотите с вашей прошлой женщиной что-то решать, вот сделать какой-то выбор. А для женщины здесь говорится то, что относитесь чуть хладнокровно. Мои дорогие женщины-раки, если вы понимаете, что вам стоит быть там, на том месте, где вы сейчас находитесь, или не стоит, это только от вас зависит. Но вы больше здесь говорится вот именно разум, вот именно вот обдумывать то, что вам нужно. Потому что здесь не нужно эмоции, а именно вот хладнокровность вот включать, чтобы вы этот выбор сделали. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие раки, это король мечей. Знаете, вы и хотите вот, чтобы решать вот что-то, вот почему вот даже сделать этот выбор. Здесь может даже еще касаться, что вот именно какие-то бывшие отношения. То, что у вас может быть вот именно будет сделан выбор между вами, вот именно как пара. Или вы идете дальше как пара, или вы вот именно эти отношения как бы ставите конец. Вот именно вот середина будет этот выбор сделан у вас. Следующая карта, мои дорогие, на конец месяца, это верховный жрец. Вера в себя. Вы должны уже начинать верить в себя. Вот конец месяца говорит, начинайте верить в себя. Начинайте верить в то, что у вас это может получиться. То, что если вы решили как пара, что у вас нету никакие, знаете, отношения, которые вам что-то хорошее. Вот, то, что они ни к чему. Вот, даже вот если вы как будто остановились на том месте, где вы сейчас находитесь. Значит, вам здесь нужно поверить.
Или дать возможность этим отношениям идти дальше, или просто вот сделать выбор, что каждый идет по своей дороге. Следующая карта, мои дорогие, мы посмотрим, это карта совета, что высшие силы вам подсказывают на конец месяца. Это Верховная Жрица. Верховная Жрица, знаете, здесь вот... ваша интуиция, включите вашу интуицию, включайте вашу мудрость. Почему? Потому что вы понимаете, что что-то идет не так. И высшие силы это говорят вам для того, даже чтобы обретать какую-то счастливую семью, чтобы, где были, чтобы родились дети, чтобы даже если вот, может быть, у вас были, вы расстались раньше, и вы как бывшие считаетесь. Здесь говорится... Включайте вы вашу интуицию и понимайте, что вам нужно вот именно на данный момент, вот именно на конец месяца, вот... ноября. Конечно, мои дорогие, раки — это общий расклад, но для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале.